Для приготовления щей из свежей капусты нам понадобится бульон или вода 2,5 литра, 700 грамм филе куриных бедер, 1 килограмм капусты, 6 картофелин, 2 помидора, 1 репчатый лук, 1 морковь, 1 столовая ложка соли, 3 лавровых листа, пучок петрушки, пучок укропа, 1 головка чеснока, 3 столовых ложки растительного масла. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем на растительном масле. Помидоры нарезаем кубиками. И добавляем к луку и моркови для обжарки. Все перемешиваем. Огонь выключаем. Картофель нарезаем кубиками. Добавляем к зажарке. Капусту шинкуем тонкой соломкой. Добавляем в кастрюлю. Мясо режем кубиками. Также добавляем в кастрюлю. Наливаем воду до края кастрюли. Солим. Добавляем лавровый лист. Доводим до кипения
и варим до готовности всех продуктов. Затем мелко нарезаем петрушку, укроп. Чеснок. И добавляем в кастрюлю. Даем закипеть. Щи готовы. Разливаем щи по порционным тарелкам. Можно добавить сметану или майонез. Приятного аппетита!